果是具体到 Lolit 这位选手的话，我觉得他也是有一个 Warden 的选择的，毕竟他在小组赛打 Trimico 的最后一局他就是用的 Warden。 但是就第一场的表现而言，我感觉他不一定敢用，因为第一场他这个防的着实让人看得有点纠结。好，这样的话双方第三场的较量啊，两边也是蓄势待发。应该说两边其实在前面两场都是有各自赢的，都赢了那场都还是比较轻松啊，并没有有太大的阻碍。好的，这里是由网易暴雪主办、哔哩哔哩电竞承办的《魔兽争霸三》黄金联赛冬季赛的直播现场。好，这里是八进四的有英匪对上 Lolit 的比赛，目前双方比分1-1，这也是双方第三场比赛。这边红色方英匪对上左下方的绿色方 Lolit。Lolit 这盘是选择了中立啊，那应该是要用兽王了。对。这也是我们这次比赛第一次，对，第一次看见兽王。是的，兽王首发。其实在前段时间另外一个比赛当中啊， Lolit 在这个图用兽王也是输给了 Sock。 对，就是之前我们整体看下来兽王的胜率很高，但是打到最近的一些比赛你会发现也是慢慢显现出的他的一个疲态啊，就发现人族好像也是慢慢找到了一些这个核心点可以去打击到他的一个弱点。但是说实话兽王这个两级熊是真的强。好，这边是大法师。Так, я на месте. Что, Last Refuge, третья карта. Счет у нас 1-1. Четверть финалы. Зимнего ВГЛ 2020 года. Инфи против Лавлайт. Так, скорее всего, кипер в очередной раз, потому что здесь лагерь наемников другим героям крипить очень тяжело. Барак именно на лагере наемников. Опа, а это намек на бестмастера. Три арчерки. Скорее всего, поздний алтарь был. А это, скорее всего, бист на центре. Виспы висят. Готовы брать героя. Футман на разведке, да, он этого виспа как раз таки контролирует. Это бестмастер. Бист с мишкой. Арчерок не ведет сюда на Харас. Арчерок на крипинге оставил. Барака выкопал. Арчерки ждут биста. А инфи, зная это, просто фастом побежал крипить текс. И без каких-либо проблем сразу запоставил его. То есть, если бы прибежал бы кипер бы здесь в начале, то он бы нахарасил бы намного сильнее, там, да, хума. А тут просто увидел, ну, понял, что бист будет. Проконтролировал все это дело, футманом увидел. И пошел фастом крепиться. Я думаю, что просто если бы был бы какой-то другой герой, у инфи был бы другой бы крипер-рут. Не такой, как сейчас. Пошла база, пошла вышка сразу. Опа, вампирик аура. Вампирик аура. Ну, для мишек хорошо, для всех остальных юнитов не очень. Может быть, да, стоило все-таки пойти, качаться и быстрее делать третьего бестмастера и уже третьим уровнем прибегать сюда. Возможно, возможно. Решил все-таки похарасить, но никого не нахарасил в итоге. Бист очень быстро все равно третий левел получает. Вот было бы еще быстрее, да, если бы он сразу бы начал качаться, например. И с этими двумя наемниками, третьим левелом, давно бы уже пришел. То есть вышки еще не готовы у инфи к тому моменту были бы. А сейчас он придет, вышка уже будет стоять.
Вот он приходит, она еще не стоит. А если бы он... Да, да. Возможно, нужно было просто качаться. Барак какой-то. Ну, это такой байтищий барак. Кстати, отменяется вышка все равно. Нормально, так к армии. Три арчерки, два медведя. Есть наемники, прист, ополченцев срывает. Да, ополченцы побежали. Нужны, так не отбиться будет. Ой, слушайте, а откуда столько маны много? Два медведя, два кабана. Третий кабан. Первый, конечно, уже пропал. Маны как-то много у биста. Медведь рабов харасит. Там с элементалем расправляется. Элементаль его поддиспелить. Видимо, нечем уже. Четвертый левел. Вторые кабаны. Ну что, экспанд будет ставить сейчас? Лавлайт. Ну, крепит шахту. Нет, магазин забирает. Без экспанда играет. Что делает барак на магазине, я не понял. Он успел его типа перекопать так? И там все-таки экспанд что ли строится на лагерь наемников? Не уверен я. Покажет нам, может быть. Просто на лагере наемников вижу большая синяя точка. Там должен быть, наверное, все-таки барак прикопанный. Но тогда этот барак откуда взялся? Что-то я в этом плане завтыкал. Или там Мунвелл, может быть, поставил, я не знаю. А этот барак перекопался сюда. Че по Мунвеллам? 50 лимита? Ну, Мунвелла на 50. Нет, там 4 Мунвелла стоят на мейне. Что на лагере наемников, я что-то не знаю. Ой, снага здесь хорошо так получается фокусить. Берет инфи наемников также. Телепорт-то сюда. Это минус архимаг. Хорош, лоулайт, красиво. Хорош, хорош, красиво сыграл. Не думал я на самом деле, что так быстро закончится это все.